Представители Министерства культуры КНР приезжают во Владивосток уже во второй раз. Этот визит посвящен открытию выставки традиционной китайской живописи. Свои работы представляют 17 авторов Пекинской ассоциации художников. Мы приезжаем сюда с целью наладить хорошие взаимоотношения между нашими странами. Культурный обмен очень важен для нас. Многие из художников занимаются живописью больше 20 лет. Картины пишут каждый день. Этим и живут. На экспозиции нет ни одной работы, похожей на другую. Разница заметна и в манере написания, и в том, как автор подходит к оформлению. Мои картины всегда отражают счастье и процветание. Моя картина написана гуашью. Я люблю работать в западной манере. У меня очень много картин, а сколько я даже и не считал. На открытии выставки поклонников собралось немного. Впрочем, и официальной презентации китайские художники решили избежать. При этом всем посетителям они дарили подарки и с удовольствием фотографировались с русскими гостями. Это то, что дает возможность увидеть один из хорошо сохранившихся и удивительным образом конкурирующего с современными постмодернистскими течениями вида искусства. Это гуха, где есть и жанр портрета, и жанр пейзажа, горы, воды, и насекомые, и птицы. В залах Краевого отделения Союза художников России выставка китайской живописи будет работать всего несколько дней. А уже 16 марта горожанам представят послание насекомых. В арт-проекте примут участие художники поколения, пришедшего в искусство в 21 веке. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.